Кухьюмонс, приветствую товарищи, ку-товарищи. Midnight Club 3, Dub Edition Remix, долгоиграющая песня. Ну, по количеству частей только Киберпанк, наверное, может переплюнуть мое прохождение, мои летсплеи. Ну да ладно. Мы продолжаем. Челленджи в Токио, у нас турнир очередной. Наверное, геморройный опять, я даже не знаю. Эти гонки я еще не пробовал за кадром. Вот. И у меня получается, смотрите, что есть. Что-то я сразу в гараж-то не перешел. У меня имеется байк. Это турнир, естественно, чоперы, никакие не спортбайки, как я бы надеялся в предыдущем выпуске. Даже близко. Так, и давайте сразу... Так, ну самое главное. Это. Юклу? Это, блин, название нормальное. Юклу. Локализация суперская. Так, ладно, давайте попробуем его прокачать. Посмотрим, что вообще на него можно поставить. А второго уровня от... Правая часть экрана недоступна вообще. Но прекрасно. И поехали соревноваться. Скулли. По-моему, Скалли, Скулли, что-то такое. Я его выиграл у одного из гонщиков. Я не помню где, если честно. Не помню когда. Но факт сие имеет место быть. Но он, конечно, тяжелый. Чингон. Соревнование вертолет Америки. Это что он так? Чоппер перевел. Мотоциклы. Причал Токио. Три гонки. Ох. Будет сейчас больно. Только не в воду. Спасибо. Угнался черт за мной какой-то. Прижимаемся максимально к краю. Вот уроды. На сколько секунд? На 6. Вокруг храма. Ему пофиг, он бронетанк. Я сбиваю все на пути. И при этом не теряю скорость. Да блин. Какой же тупой участок-то, а?
А он за 200 уходит. Я думал, нет. Не-не-не-не-не. Да что ж ты болтаешься-то? Ну, в принципе, и все. Оуралей! Блин, я посмотрю, сколько у меня очков. Ну, очков у меня понятно сколько, я имею в виду у ближайшего преследователя. А у ближайшего преследователя может быть в упор очков. Все зависит от итогового места в третьей гонке. А она тоже мерзкая. Мерзкая и противная. Ой-ой. Что, туман, по-моему, какой-то. Ну, более-менее. Да куда ты показываешь, сука? Я вот не понял это. Я запутался. Я просто банально запутался. А ну-ка. Подвинься. Так, где финиш? Давай, давай. Сука, в наглую просто пролетел. Вообще все три первых места. Ни одного турнира, по-моему, еще такого не было. Вы выиграли Hotman. Hot Match Shingon. Что? Дю-дю-дю-дю-дю. Так, теперь смысл в нем практически какой. Ну, красивый, конечно. Ну, эстетика и красота. Это, да, это чоппер. Быстрота и спортивные режимы, это уже байки. Спортбайки. Скорость. Чингон, чингон. She's gone, she's gone. Так. И чё вот это такое? Американский автоклуб. Только машины. Какие еще машины? Так, надо в гараж идти.
Да, как раз таки. Экзотика. Маслкары, что ли? Есть тут у меня корвитюга один. Че у нас по прокачке? Ну, по-моему, все стоит. Нет, не все. А, вот теперь все. Можно бамперы даже ставить. Нифига себе. Ну, вот этот классный прям. Так, боковая юбочка. Которая не юбка, а просто какой-то радиатор сбоку. Винс. Нифига, это что? Что это такое? Гладильная доска какая-то. Не, ну спойлер должен быть спойлером. Но оно все-таки вот такое. А, нет, это лишнее. Чего? Брызговики даже есть. Я что-то вообще не видел такого. Задвижки. Вау. Во. Смотрите, какие. Ну, что-то брутальное должно быть. Что-то брутального я ничего и не вижу. Какой-то хлам. Отделат. Пирелли. Максимум пятый профиль шины. Колеса просто монстры какие-то. 335-е. Ну, потому что это сильный занос, конечно. Если мы берем эту тачку. Ну, а что это еще может быть? Маслкары. Естественно. Ой, блин. Какая она неповоротливая. 4 нитрока, смотри. Я из нее сделал какой-то Бэтмобиль. Давай. Muscle Cars Drive. Ну так и знал. Чем башку парите? Там и Luxury Rollers, и Big Place по-любому. Эвакуатор здесь, конечно, сильный. Что, просто свалить с дороги нельзя, да? Чтобы я так поворачивал.
Пока. Постоянно ее корректировать надо. Он вообще ровно ехать не может. Придурочно. Вот что вот это такое? Куда ее постоянно несет? Я не понимаю, что с ней происходит. То нормально вроде на дороге держится. То какие-то пляски начинаются. Шаманские. Бубна только не хватает. Да блин, езжай! Блин, можно бы было включить, но я не буду разгоняться, нафиг. Хотя этот говнюк, конечно, это сделал. А, чё, это еще не конец, что ли? В смысле, это какая-то другая немножко гонка. Напоминает вот эти вот фильм «Тачки» есть детские? Вот оттуда, этот передний бампер прям как будто бы. Блин, это круг. Порочный круг. Тяжелый такой бронетанк, прям БТР. Для таких поворотов она и создана, но не более. Что-то кружок до боли знакомый. А уже такое вроде как было. Зачем повторяться? Жопу. Я так понял, что вся суть маслкаров, конечно, это в уводе задней части куда-то. Да, это гонка была. Я на Б-классе ездил, и, по-моему, на Лотусе проходил. Это был турнир против... Против кого? Я точно был на Б-классе. Против меня джимбалы там всякие были и прочее. Как обычно. Еще один круг. Ну шо, пацаны? Поехали?
Тихо, тихо, тихо. Так, у нас одна попытка. Которая пытка. Иногда, когда говорят попытка, не пытка, получается ровно счетом все. Наоборот, сука, успокойся. Да как тебя так уводит, а? Лошарище. Мне бомбит с этого, я просто не понимаю. Я, конечно, не супер-пупер гонщик, прям мега-скилл какой-то. Но поведение машины более-менее чувствую. И когда вот начинаются вот такие выкрутасы, это бесит. Чешь ехать, как этот пенсионер. Потихонечку, полигонечку. Давай, давай, давай. Фух, я чуть не перепутал, кстати, последовательность прохождения. Но это 3 из 3. Вот. Вот так. Вот настоящий чемпион. Я чемпион Америки, в конце концов. Капитан команды. Выиграли ББ Кадиллак Девиль. ББ, бай-бай. Продолжить. Великое восхождение. Ох ты ж, ёшкин свет, какой он древний. 66-го года. В натуре такие тачки раньше делали, да? Широкие такие, огромные, мускулистые. Так, ну все. Теперь надо опять очередную порцию круговых гонок осилить для того, чтобы открылся новый турнир, потому что больше пока ничего нет, друзья. 60% общего прогресса, поэтому на сегодня бай-бай. Увидимся в новых видео, друзья. Пока.